война идет к концу. США внимательно отслеживают продвижение Красной Армии и понимают, что Берлин падет под ее ударами. Это было очень важно с психологической точки зрения. Мечта о победе, которая объединяла весь мир, в скором времени станет реальностью. Американцы очень тепло относились к русским и в третьей декаде, апреля 45-го, с волнением ожидали встречи. И вот, в 15.30 25 апреля 1945 года, недалеко от города Торгау, состоялась легендарная встреча на Эльбе войск 1-го Украинского фронта армии СССР и 1-й армии США. А 26 апреля командиры 69-й дивизии армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии встретились в Торгау. В результате объединения двух союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части – северную и южную. Победа оставалась 2 недели.